Степанов Иван Георгиевич родился 13 сентября 1916 года в селе Абан Абанского района Красноярского края. Окончил 4 класса начальной школы. Работал наборщиком в типографии газеты «Красное знамя» Абанского района. В июне 1941 года призван в армию. Воевал под Москвой и Ленинградом. В бою под Нарвой расчету орудия сержанта Степанова множество раз пришлось отражать контратаки в противника. 19 февраля 1944 года во время контрнаступления вражеской пехоты орудие было обстреляно внезапно появившимся с опушки рощи танком «Тигр». Наводчик был убит, но Иван Степанов лично стал наводить орудие и тремя выстрелами поджег танк. С 22 по 25 февраля 1944 года, ведя бой в окружении без пехоты, отразил огнем орудия 7 контратак противника, уничтожив при этом до 100 солдат и офицеров. Когда вышли снаряды, с группой бойцов пошел в атаку и лично уничтожил из автомата 30 автоматчиков противника. 27 февраля 1944 года просочившиеся группы автоматчиков противника внезапно вышли к орудию. Старший сержант Степанов организовал свой расчет и огнем из орудия и личного оружия рассеял автоматчиков, уничтожив при этом до 25 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные в Ленинградско-Новгородской операции, Степанову Ивану Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза. В октябре 1944 года Иван Степанов был демобилизован. Работал в органах МВД, затем в различных организациях в городах Канске и Железногорске Красноярского края.